Короче, что, как ты там говоришь? Кальвадос. Подписчики. Шортс, уважаемые подписчики. Любимые, да. Самые. Шортс, вот. Короткий. Кальвадос решили... ВСП. Что это такое ВСП, все мы знаем. Это средняя крепкость по алкоголю, ну, то есть выдержка. Давайте, ладно, не буду углубляться, загуглите. Шортс короткий. Французский кальвадосик. Открытый уже, честно говорю, пробовал до этого. Ребята не пробовали, что Ваня не пробовал, Дмитрий тоже не пробовал. Что такое? Да, Дмитрий такой, это критик. Короче, не что пробовал. Такое критика? Катакорд, да. Критикует весь импорт. Мой любимый кальвадосик. Что такое кальвадос? Я скажу в двух словах. Это тот же самый сидр, который перегоняется, делается. Бражечка. Короче, нет, Вань, ты неправильно говоришь. Давай. Это типа коньяк. Со вкусом яблочко. Да. Груша, вот, скажем, тоже так, может присутствовать. Груша может присутствовать. До нескольких, ну, процентов. Вот, А теперь вот у нас тут собачка улетела. Поехали, кальвадосик. И к балам, и не к балам, а просто пробуем, что это такое. Просто к... Блин, ну пахнет. Вот знаешь, не то Шантоновка, а вот красненькая. Да. Да. Красненькая. Сладкая. Как... О, как в кальяне вон там. Да, вот у нас там вот. Кальян заказан, да. Ребят. Красненькое, вкусное, даже сладкое. Вот это яблочко да. В кальяне. Вообще, давайте сразу к балам. Давайте, да. Так как мы маленькие видео. Я его уже пробовал, аромат, поэтому пробуйте. Да, ароматика просто бомба. Ребят. Смотрите. Оп, барбос. Давайте теперь, правда, попробуем. Но это лучше, чем вискарь. 100%. Да. Кальвадос. Все кальвадос, знаем, пушка. Поехали. Пробуй, баллы. Вообще, ну, по мне, да. Ребят, что я могу сказать? Неплохой. Спиртозность минимальная. Да. По мне, ну, восьмерочка, ну, как бы так. Вкус обалденный. Вообще пушка. Да. А производитель? Да, блядь. Непонятный. Короче, ребят, скоро... Нет, понятный, но не прочитать что-то. И кстати, производитель... Рекомендую. Спирит Франц... Кто знает, что такое кальвадос? Короче... Вот такой. Кальвадос, ребята, рекомендуем. Короче, а бал пушка, хорошо. Мы пушка. Ставим хорошо. Ближе к отличию. Ближе к отличию. Рекомендуем. Ценник мы не знаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.